Друзья, всем привет! Компания Vivo порадовала своих поклонников новеньким бюджетным смартфоном, модель Y54S. И я здесь для того, чтобы вам подробнее рассказать о новинке. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Итак, новинка получила IPS-дисплей на 6,51 дюйма с разрешением HD+, 1600 на 720 точек. В сердце смартфона расположился довольно-таки неплохой 7-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 700 5G. Как вы уже догадались из названия процессора, бюджетная новинка поддерживает сети нового поколения 5G. По оперативной и внутренней памяти у пользователя выбора нет. Есть лишь один вариант – 6 плюс 128. Технология расширения ОЗУ позволяет использовать дополнительно 2 гигабайта виртуальной памяти. В качестве программной среды задействовали операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Origin OS 1.0. На задней стороне смартфона расположился блок камер, в котором помимо вспышки расположено 2 датчика на 13 и 2 мегапикселя. С обратной стороны фронтальная камера. Она помещена в каплевидный вырез, расположенный по центру дисплея, и имеет 8 мегапикселей. За автономность новинки отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Еще из интересностей и интересных решений – это то, что сканер отпечатков пальцев вынесен на боковую грань смартфона. Ну и давайте обсудим то, ради чего мы здесь с вами собрались – цена новинки. Производитель просит за единственную версию 6 плюс 128 всего лишь $265. Это примерно, я думаю, 18 тысяч рублей. За такие характеристики две камеры 13.2, фронталка 8, батарейка 5000 мАч, процессор Dimensity 700, 5G, что немаловажно, но я думаю, все-таки $265 а-ля 18 тысяч рублей, это немножко все же дороговато, но здесь важно понимать, что на старте продаж всегда ценник завышен, и особенно китайские бренды-производители очень любят в будущем делать хорошие скидки на свои вот такие вот смартфоны, поэтому я думаю, что со временем ценник станет 14, а то и 13 тысяч рублей за данную новинку, что в принципе уже не очень-то и плохо за версию 6 гигабайт оперативной памяти и 128 внутренней. Что думаете вы по поводу данной новинки, обязательно отпишите в комментариях к данному видео. Ну а я буду с вами прощаться. Обязательно ставьте свои царские лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы еще увидимся с вами в интернете. Всем пока!